Александровка, пригород, обмен пленными между самопровозглашенной ДНР и Киевом по схеме 4:2 прошел на нейтральной территории, передает корреспондент РИА Новости. Обмен произошел на нейтральной полосе между украинским блокпостом и постом ДНР в районе населенных пунктов Марьинка и Александровка. Ранее сообщалось, что обмен пленными по формуле 4:2, запланированный на 15:00 вторника, был перенесен. По данным советника главы службы безопасности Украины Юрия Тандіта, почти 3000 украинских заложников освобождены за год, в плену у ополченцев еще остаются 158 человек. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.